Всем привет, ребята! Что же у нас сегодня будет? А сегодня будет реакция на новый кавер от Алекс Террибла на Doom Eternal. Все мы прекрасно помним нашумевший первый кавер, который просто взорвал все и вся. Мик Гордон тоже оценил его творчество. И давайте, наверное, без лишних слов оценим второй. Я, если честно, в предвкушении. Хочу рвать и метать, разносить и наслаждаться. Погнали! Но прежде чем мы с вами начнем, я хочу вас попросить подписаться на мой Телеграм, потому что у нас там постоянно проходят различные опросы касаемо канала, мы выбираем какие-то лучшие альбомы, лучшие песни, я делаю мини-рецензии на альбомы, которые не упоминаю на канале. Ну, в общем, в целом там весело, мы общаемся и делимся друг с другом музыкой. Подписывайтесь! Короче, просто тусим, ребят. Ну, обожаю. Масочки, конечно, это вообще лучше. Ой, он на русском поет, балдёж. Кажется, я сломал микрофон. Боже, как у него дыхалки хватает. Блин, я обожаю этот фирменный думовский саунд, просто... Боже, отдышись! Это жестко. Аж вспотел, бедолага. Погнали, погнали. Блин, еще текст сочинил сам, молодец. Обожаю. Балдеваш. Просто наваливает, наваливает, наваливает. Не очень нравится, что на русском песне. Блин, очень агрессивный текст, мне нравится. Блин, это разнос, это разнос. Хорош, хорош.
Вот вторая часть мне больше нравится. Потому что в первом как будто разгонялся, сейчас прямо вообще. Очень агрессивно, очень круто. Даже я вспотела. Че, еще один заходик? Блин, Мик Горвин очень талантливый, обожаю его. Прямо эту атмосферу игры он четко сделал. В Adidas еще. Интересно, структурно получилось. Хорош. Мне нравится. Блин, если бы я слышала это, когда играла в Doom, я бы разносила там намного круче, конечно, врагов. Я могу сказать, балдеж, разнос лица, разнос лица. Больше мне понравилась эта часть, чем первая, не знаю. Первая для меня вообще было каким-то откровением, открытием, и я офигела от того, как классно сочетался экстрим вокал Шоколая и, соответственно, инструментал Мика. Это вообще просто невероятное слияние. Когда ты смотришь вторую работу, это уже для тебя не в такую новинку, поэтому нет некого шока, скажем так. Ты смотришь более холодными глазами, сердцем и все остальное, но это все равно большой разнос. А если честно, первая часть песни, вот трек как будто бы разделен на три таких акта. И первая часть мне не особо зашла, потому что она такая была больше для разгона, я бы сказала. То есть ты сначала такой качаешь головой, да-да-да-да-да-да-да-да, вслушиваешься в текст, и в целом понимаешь, что сейчас будет еще что-то покруче. Вторая часть, там прям брейк хороший, разнос. И третья, тоже клевая, но вот больше всего мне понравилась эта вот вторая. Ну, скажу так, умеет Саша задать жару. Он прекрасно вписался и в этот раз. Я не удивлюсь, если эту часть люди захотят видеть на всех площадках, чтобы переслушивать, потому что лично я первую часть добавила себе в Яндексе и гоняла периодически. Это просто, это шикарно. Я не знаю, если честно, что здесь еще добавить, потому что вот когда ты слушаешь эти песни, тебе хочется просто разрывать, трясти башкой. Мне хотелось тут просто все снести нахрен и начать наматывать круги, так сказать. За это я и люблю творчество Шоколая, он умеет магёт. Ну и... Боже, стало жарко, надо выдохнуть. Честно, не знаю, как у него хватало дыхалки, это очень жестко, там прям такая читка идет. И спасибо ему, что он сделал на русском языке, прям приятно. Ну и думаю, что это все мои эмоции на первый раз. Лайк. Напишите внизу в комментариях, понравилась ли вам, какая часть вам больше понравилась, первая или вторая. Если вам понравилось это видео, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой Twitch, у нас там постоянно проходят стримы, мы с ребятами слушаем разную музыку, зачастую слушаем и слотеров, и какое-то творчество сольное Шоколая. Также, если вы хотите меня дополнительно поддержать и видеть эксклюзивные реакции, то можете подписаться на Boosty, мне будет очень приятно. Спасибо большое за просмотр, пока!